Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Я сегодня хочу поговорить о разрушительной силе женщины. Каждая женщина обладает силовым потенциалом, и немалым. И этот силовой потенциал, он куда-то направлен. И очень часто он разрушает семьи, фирмы, все что угодно. Ну и собственное здоровье в том числе. И на самом деле этот разрушительный потенциал женщина включает, как правило, когда она ничем не занята. Когда у нее нет собственного интереса и когда она мало трудится. Обосную. Вот смотри, тот же самый есть такой тренер интересный, Сатья, который там рассказывает, как женщине не повезло выйти замуж с мужем, если она работает. И ему вот такие же женщины, такие же мужики рукоплещут. Более того, вот лысые, крутые сперматозоиды очень часто хотят, чтобы их яйцеклетка сидела дома и не работала. Что типа она устает дома, а у нее там с детьми, дай бог, управиться и так далее. Итог. Он засадил женщину дома. Он еще там Сатью наслушался. Или просто его социальный статус говорит. Моя метелка метет только свои собственные покои. И таким образом он женщину обрекает на непроявленность и на накопление вот этой разрушительной силы, которая потом больно ударит по его детям. И я знаю не одну семью, где именно вот этот момент, что женщина была дома, она вся такая обеспечена и так далее, целыми днями она чем-то занималась. Ириш, я, возможно, я сейчас буду говорить какие-то вещи, которые, может, и тебе не понравятся, у тебя есть свое мнение на этот счет. Но вот смотри, женщина сегодня закрытая в четырех стенах дома, не работающая женщина, она ходит белье стирать в лунку и прорубь рубит. Нет, стиральную машину включила. Она моет полы тряпкой, или она клининг вызвала, или робот запустила, который за нее убрал. Приготовление пищи можно сделать за час. Стирка, стиральная машина, посуда, посудомоечная машина. Все, что касается приготовления, духовки, хлебопечки, отличные плиты. И получается, ну, 2-3 часа женщина позанималась домашними делами. И если у нее нет собственного интереса, то дальше она, ну, ей же надо будет перед этим мужем отчитаться, чем она занималась. Мы делали с ребенком уроки. И дальше она начинает уничтожать своих детей. Она просто их жрает нахрен. И потом дети хромые, кривые, убогие. И она, чтобы быть хорошей матерью в глазах этого мужчины, она обязательно создаст им проблему со здоровьем. Она будет его лечить хрен знает где и как, и придумывать специалистов и так далее. И это такая тупая игра в разрушение. И потом поговорим, что у таких матерей будут дети здоровые, не будут бухать, не будут на алкоголе сидеть, на наркотиках и так далее, что они найдут интерес в жизни и все остальное. Нет, она свою нереализованность, свой вот этот вот потенциал силовой, дурной, она его не потратила. И она его вбахала разрушительно, в ребенка выжрала его. Ну, соответственно, потом она будет выжирать этого мужика, что он будет заниматься тихим пьянством. Поэтому сейчас половину, вот возьми пол Беларуси, спивается тихо по вечерам дома, имея вроде бы здоровых жен. И вот смотришь на это и понимаешь, вот она лень и нереализованность. Потому что свою создающую силу женщина не использует по назначению. Она использует ее как разрушительную силу. Как разрушительную. Потому что, а почему разрушительную? Потому что она на самом деле недовольна внутри собой. Ей приходится все время выкручиваться. Ей все время приходится лгать. Почему? Потому что лень. И поэтому она недовольна внутри, а значит, сила ее будет разрушительной. А так как женщина, у женщины сила самая... Ну, вообще невероятно. Женщина – это то создание целостное, которое несет в себе бесконечный ресурс жизни. И вот эта сила, она превращается в разрушительную, когда у женщины внутри
недовольство, когда у женщины внутри нереализованность, когда женщина не направила свое внимание на свое развитие, а закрыла себя, то есть осталась дома сидеть. В принципе, тут очевидно, то есть сила, создающая сила женщины, она направлена на здоровье тогда, когда женщина наполнена любовью. Когда она проявлена. А когда она наполнена любовью, когда она проявлена в глазах мужа, в глазах своих, то это я образно сейчас говорю, на самом деле задача мужчины, мужа мужчины, вообще на самом деле задача мужчины наполнять женщину, именно так я скажу, наполнять, окружать женщину любовью. Любовью, то есть счастливую женщину. Это не значит, что ее ограничивать и не значит, что ее ниже плинтуса опускать. А именно женщину наполнять любовью. А женщина, она, когда она свободная, а не ограниченная, и не в зависимости от того, как на нее муж посмотрит, что ей там надо оправдываться, мужчина, там, что ей надо оправдываться, когда она свободная, она тогда и счастливая, она в гармонии тоже. То есть это, на самом деле, эти вещи все переплетенные между собой. Но то, что женская сила, то есть женщина, буду так говорить, женщина это тот создатель, который, вот он, материя, мать, материя, да, это женщина. Вот все, что мы видим, на самом деле, все, что наполнено жизнью, это все женщина. И чтоб ни говорили, это только благодаря женщине. Женщина рожает детей, она дает жизнь и мальчикам, и девочкам. Поэтому очень важно, чтобы женщина была наполнена счастьем, любовью. А это значит, что она должна сама это знать. И вот именно этот очаг она должна постоянно ценить и беречь. Это очаг, вот она сама, внутри любовь. Иначе она становится демоном, ну, образно в кавычках, но при этом суть, она разрушительной становится. Она разрушит все, что хочешь. Она разрушит и мужчину, разрушит его бизнес, разрушит детей. Она разрушит свою жизнь, семью, все что угодно, когда внутри у нее буря и война. Поэтому, ну, я так, например, это вот четко я знаю. И вот это то, что сказать, обязана женщина знать, это не, ну, то есть не осознается. Чувствовать, это вот почувствовать женщине. Женщина просто обязана быть внутри счастливой. А это значит, и будут счастливы дети, будут счастливы мужья, мужчины, а значит, будет счастливый мир. Все. Все. Это вот просто... Первооснова. 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 И вот смотри, на наше общение вообще ложится образ. Вот есть яйцеклетка. Вот если сперматозоид занимает свое место в яйцеклетке, наполняет этот мир любовью, счастьем, всем остальным, то мир семьи расцветает. Если сперматозоид идет в захват яйцеклетки, ограничивает и говорит: ты дома, ты там занимаешься детьми, я буду обеспечивать, я твой защитник, еще кто-то. Все, он сверху, он ее зажал. Вот тогда включается разрушительная сила, потому что надо пробить вырваться. Это и вырваться наружу. Жизнь должна проявиться, а жизнь проявляется только через женщину, да? И получается, что, как ни парадоксально, но в большинстве семей по нынешним представлениям именно работает вот эта схема, когда сперматозоид зажал яйцеклетку, и яйцеклетка ему должна. Сперматозоиду, а знаешь почему? Выгодно. Потому что самому не надо развиваться тогда. Да. Он может просто командовать свои условия, делать, и это будет происходить еще большее сжатие, и власть. Власть на работе. Он начальник, он деньги зарабатывает, он еще что-то. Власть, я могу себе позволить все, что угодно. А ты золотая рыбка, будь у меня на побегушках. Да, ты в клеточке. Это вот так, и все, это вот оно. А это и про уважение к женщине. Вот, кстати, опять-таки, затронула я этого Сатью, но посмотри, уважение к женщинам на тренингах. У него нет вообще. Нет. Это вытирание ног о женщин. И женщины аплодируют этому, потому что для них это нормально. То есть женщина, которая находится в условиях вот этих подавленных,
Она считает нормой подавление. И тогда у нее возникает вторичная выгода в болезни, дабы увидеть эту норму снаружи. Да. И тогда есть болезни, и тогда женщины болеют, и женщины разрушают семьи, женщины устраивают разводы. В 100% разводов разрушительная сила, приведшая к разводу, была в женщине. В 100%. То есть это во всех. Во всех. Нету разводов, которые бы были... Но сказать по вине мужчины здесь неправильно, здесь не о чувстве вины. Мы сейчас говорим и не будем его навешивать. Мы говорим о вот этой разрушительной силе, mm-hmm. которая как ураган прошла и уничтожила отношения. Эта сила всегда исходит от женщины. Всегда. И чем более развитая женщина, чем более развит у нее интеллект, чем более она образована, тем более образованное, развитое потомство она воспроизводит. Интеллект детям идет по материнской линии. И недоразвитие женщины в любом варианте приводит к недоразвитию детей, к недоразвитию семьи. И, соответственно, какой бы умный лысый сперматозоид ни был, он будет иметь недоразвитое потомство. Да. И деградирующую самку. Однозначно. И, естественно, и потомство будет деградирующее, да. Потому что постоянное идет усугубление. И поэтому, если говорить о том, что женщине необходимо развитие и проявление, значит, она должна работать. По-любому она должна работать. Даже вот вариант, вот мы с мужем разговаривали сегодня утром, и он говорит, ну, достаточно, чтобы у женщины просто был свой интерес. И она там просто с утра до вечера горела своим интересом и не ходила на работу. Прекрасно. Вот вы погорите в своем интересе 2 недели. Вот проведите эксперимент, если вам что-то интересно. 2 недели просто с утра до вечера вы в своем интересе. К концу 2 недели вы монетизируете это. И не надо ходить на работу. Вот ты уже проявляешься, но ты работаешь. Твой интерес уже приносит тебе доходы, и ты работаешь. И поэтому, когда ты его не монетизируешь, это ты уже начинаешь скукоживаться и залазить в этот сперматозоид, чтобы спрятаться. Нет, проявись. Как только ты проявляешься, монетизация обязательно проявится. По-другому не бывает просто. Поэтому, да, пускай через интерес, пускай как угодно, но женщина должна проявляться, должна работать, должна иметь собственные доходы, должна иметь собственные увлечения, собственный круг общения, собственные наряды, в которых она проявится в этом круге общения, собственные достижения, собственные успехи. Женщине надо, это развивает ее интеллект, это развивает ее, образовывает, это проявляет ее. И тогда, когда она в своем интересе проявлена, то она не делает с детьми уроки. Она дает возможность им сделать самостоятельно. И тогда дети развиваются, у них голова развивается, и ответственность тогда у детей появляется. Им тогда не надо бухать и колоться, чтобы сбежать от этой мамочки и от этого папочки, которым они не нужны. И тогда им не надо играть в игру родителей, что я через давление на тебя оправдываю свое пребывание дома и свою безработность перед мужем, свое тунеядство. И вот когда вот эти вещи понимаешь, насколько важно, чтобы женщина реализовывалась, женщина проявлялась, женщина работала, и неважно, какой это интерес будет. И даже вот сегодня у нас в чате вопросы там поднимаются по поводу, ну да, вот беременная, например, женщина, как ей работать? А когда у нее есть интерес, она не считает это работой. Вот женщины, например, от Фадайинг не считают работой. Но при этом, когда у них есть доходы и у них есть интерес на этом деле, у них крылья отрастают. И тогда они не выносят мозг своему мужу и своим детям. И тогда вся сила направлена, все внимание в себя, в свое развитие, в свое расширение. А семья от этого только выигрывает. Она наполняется знаниями матери, ее другим поведением. Тогда дети копируют здоровую мать, здоровую на голову. Чтобы была здоровая мать, она должна... Короче, женщина должна дышать счастьем. Вот просто дышать. Да. Дышать счастьем. Это не важно. Работа, на самом деле, там, домашние какие-то дела, семейные. На самом деле, это все... Главное, чтобы женщина была в искренности и наполнена любовью. Сама. Вот счастьем. Состояние счастья, а не обмана самой себя. Если она обманывает себя, она болеет, а значит, болеет мир. Да.
она должна, ну, видишь, слово «должна», ну, и в то же время это правильное слово. То есть, если хотите, чтобы был мир здоровый, надо двигаться, то есть, и двигаться искренне, да, то есть, быть счастливыми, наслаждаться жизнью, вот, дышать этой жизнью. Тогда все будет дышать. Если женщина задыхается, значит, мир будет задыхаться и уходить. Вот и семья тогда задыхается, и дети задыхаются, и хотят вырваться на свободу, быстрее убежать от этих родителей. Да. Но при этом свой силовой потенциал ведь большинство женщин чувствует. Как бы они там себя во время этих увлечений разными практиками, погружениями, там, тренингами, поездками и так далее. Очень многие себя считают ведьмами, знающими и так далее. То есть у женщин принят вот этот вот статус себе тащить, да? Так вот, если женщина действительно увлечена чем-то и чувствует вот эту свою силу, да, да, и направляет ее в свое проявление, в свой интерес, будет здоровая семья, будет здоровое потомство. Но если женщина эту силу чувствует и направляет ее в подавление, например, то она направляет ее в болезни. Угу. А если она направляет в подавление детей, то она направляет в подавление болезни детей, в проявление болезни детей. То есть в зависимости туда, куда направлено внимание женщины, внимание, там она и создает. Если женщина не уверена в себе, ну вот, например, я там плохая мать, да, а у нее ребенок рядом. И перед мужем же надо доказать, что я хорошая мать. Как она будет доказывать? Конечно, она залечит этого ребенка до смерти. Она будет находить у него все возможные варианты, чтобы его полечить. Кого лечить надо в таком случае? Потому что, да, в том-то и дело. Потому что чем наполнена материя, она то и будет проявлять. То есть, чем наполнена мать, она то и будет рожать. Да? Чем она беременна, она то и будет рожать. Ну, как бы очевидные вещи. И дети проявят то, чем она наполнена. Абсолютно причем. И если она считает, что она плохая мать, то она и будет, естественно, стараться доказать, то есть она будет видеть это, что она плохая мать, и она будет стараться доказывать, что она хорошая. То есть у нее, в ней постоянная будет борьба. И вот смотри, насколько тогда важно информационное наполнение со стороны мужчины. Mm-hmm. Вот в этот момент, когда он видит, что все, ребенок начинает болеть, вот мужчина в этот момент может подойти к своей женщине, обнять и сказать: ты самая лучшая мать на свете. Давай наши дети будут здоровы. Наполнять, а ты в это время займешься тем-то, тем-то и тем-то, да, что тебе интересно. Да, 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 да. Отвали от ребенка, не надо транслировать на него, что ты плохая мать. Вот, то есть у мужчины как раз задача чувствовать свою женщину и знать, когда ее надо наполнить, когда она счастьем наполнить. То есть гармонизировать ее, потому что ну вот он прям ну, коннект такой мужчины и женщины. Наполнять, не принижать, не ограничивать, а наполнять, чувствовать. Это вот и есть та любовь, которая действительно делает женщину цветущий, материю цветущий, тогда и жизнь цветущая. Да. И роль мужчины здесь не преуменьшена, но роль мужчины – это не захватить яйцеклетку, угу, и защитить ее, а роль мужчины – наполнить и дать возможность ей проявиться. И тогда и мужчина проявляется, и женщина проявляется. Мужчина – информация. А женщина создает из этой информации уже мир. И этот мир, если женщина наполнена, то она передаст эту информацию, будет у нее наполненный, здоровый, счастливый мир. Если она не наполнена, если она выдохлась вся от безделья, лени, отупения, от прессинга своих детей, от эмоциональных срывов, от выгорания, от депрессии, еще от чего-то, ну, такой мир она и создает. Если мужчина видит, что его самка депрессивная, выгоревшая, злая, опустошенная и так далее, значит, мужик, ты не дорабатываешь. Значит, мужчина не любит ее. Не любит ее, конечно. Он не знает, что такое любовь. То есть сперматозоид не является носителем любви.
И поэтому, естественно, он наполнил эти клетку тем, той информацией без любви, которую и нес. Поэтому разрушается яйцеклетка. Ну, это вот, то есть оно тоже очевидно. Мужчина... Если сперматозоид не жизнеспособен, то и семейный мир не жизнеспособен. Да, да. Тогда женщины, женщине нечем его наполнить. Но при этом она может всегда себя наполнить. Потому что на самом деле женщина... в женщине заложен механизм вечной жизни. Это о чем? Это о том, что даже если не будет мужчин, она может забеременеть и родить детенка. То есть она... Так устроена женщина, что в ней произойдут вот какие-то такие процессы, потому что жизнь должна быть, что она просто сама сможет зачать. Вот это, вот то, что есть в женщине. Природе, да. Но видишь, этот процесс запускается, когда в таком случае рядом с ней вообще нету мужчин. Ну, то это конечно, лучше, да. Лучше, чтобы не было никого, да, чем... А бы что, да, как моя бабушка говорила. Защита. Лучше быть, да, одной, чем спать с кем попало. Ну, да. Так оно и есть. Ну, так и есть на самом деле. Потому что если с кем попало, то ты наполняешься кем попало и чем попало. И потом это что попало... проявляется в жизни, потому что только женщина проявляет то, что мы видим. Да. И если у нас в мире разрушение, то это именно женщина. Значит, женщины разрушены внутри. Они носители, значит, зла и агрессии. И поэтому проявляется это в материи. Женщина-мать. И ты знаешь, вот в этом контексте как раз, знаешь, когда висишь над какой-то темой, такая она у тебя в сознании идет, и разная информация подбрасывается из того же ТикТока, и я посмотрела, как относятся к женщинам в Туркменистане, как относятся в Пакистане, как в Ираке. И, честно говоря, я понимаю, что, ну вот, например, тот же самый Пакистан, ну его весь надо смыть. Потому что там не осталось здоровых на голову сперматозоидов. То есть люди помешаны настолько на сексуальных извращениях, что уже дети идут в расход. О чем тут говорить? Ну да. Вот. И действительно, там, где сперматозоид уже выжил из ума, и при этом он поглотил яйцеклетку, но ведь, значит, это уже нездоровое, но это уже генетическая поломка. Да, если сперматозоид уже выжил из ума, то этот же сперматозоид был проявлен женщиной. Это значит, что уже женщина не способна, там, да. Да, не способна к разумной жизни. Ну, как женщина может отдать свою 6-летнюю дочь замуж? Да, 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 да. Ну, уже все. На это можно поставить крест. Угу. Вообще, женщина – это... Я сейчас скажу не потому, что я сама женщина, а женщина – это самая великая... Потому что это так есть. Самая великая ценность вообще, какая может быть. Потому что именно женщина – это сама жизнь. И именно жизнь – самое ценное, что может у нас быть. Правильно? Нет жизни – нет вообще ничего. Ты знаешь, вот опять ты говоришь, и тут же мысль проходит как аналог. Посмотри Европу. В Европе длительное время, во времена инквизиции, и дальше, благодаря религии, выжгли и уничтожили огромное количество красивых, умных, образованных женщин. Их променяли зачастую на их недвижимость. Да? То есть, угу, благодаря этому кто-то поимел ее недвижимость. То есть, таким образом разменяли ее на материю, но при этом женщина была уничтожена. Здоровая женщина была уничтожена. А теперь посмотри, откуда идет засилье голубизны, ЛГБТ там и всякой вот этой вот ерунды. А ведь благодаря чему? Благодаря тому, что вот нарушился вот этот баланс, и остались больные сперматозоиды, и исчезли здоровые яйцеклетки. И тогда, да, тогда начинаются извращения, и тогда начинается действительно болезнь, и эта болезнь распространяется и цветет пышным цветом, угу, что, в принципе, мы можем и наблюдать сейчас. В том варианте, который на сегодняшний день, например, вообще полностью дик и несовместим вот с традиционной системой ценностей, со здоровой системой ценностей человека, но это уже есть. И это есть на уровне государств, и это вошло как норма, это психическое заболевание, это генетическая уже поломка.
И это вошло уже как норма в менталитет, и поэтому уже болезни процветают пышным цветом, которые идут уже как исходящие из этого, из этой нормы. Я на это вообще смотрю, и меня все больше и больше улыбает эта тема голубизны этой. И как она быстро распространяется. Это же, очевидно, болезнь. Вот прям зараза такая конкретно. А люди кричат: «О, да, но это же люди». Ну, конечно, люди. Но им же тоже надо жить. Не вопрос. Но только это все очень быстро захватывает сознание детей, подростков. И просто искукоживает, меняет информацию в мозге у ребенка. А почему, казалось бы, почему меняют, если у него же есть свои родители? В том-то и дело, что родители не заняты своим ребенком. И ребенок этот сидит в интернете, во дворах, где угодно. То есть он не наполняется родителями. Родители заняты чем-то. И вообще не считают нужным своему ребенку уделять внимание. Потому что пустая яйцеклетка и пустой сперматозоид. Да, да, они не могут. И поэтому, а ребенок же берет информацию, ему надо заполнить. А он берет вот эту вот разную из интернета фигню, и начинается смена пола. Я сегодня просто, почему я говорю, что я даже сегодня наткнулась, по-моему, в ТикТоке, ну, не помню, или в Инстаграм, на... Короче, какой-то сидят, обсуждают обсуждение всей этой темы. И, значит, женщина одна говорит: надо, чтобы в мужских туалетах лежали тампоны для месячных, да? Тампоны. Потому что у молодых трансгендеров, да, или как они там, мальчика, которые стали, нет, девочек, которые стали мальчиками, у молодых, у них может не быть денег на тампоны в мужских туалетах. Понимаешь? И там один мужик такой умничка, он в возрасте, он такой говорит: у мужчин не бывает месячных. Ему говорят: так это же трансгендеры. Так он там говорит: если... Как он так правильно сказал? Говорит: как, если у них в голове бардак и у них галлюцинации, это не значит, что у меня должны быть галлюцинации их. Вообще так. Поэтому эта тема, конечно, мир сходит с ума. Наблюдаешь и думаешь: боже, ну, женщины, на самом деле, хочется сказать: женщины, включите разум. Включите в себе жизнь, потому что вы умираете. Просто да. Вымираете. Вымираете на безделье и на дуре. Да, 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 именно. Ты знаешь, вот все-таки последние наши подкасты и вечерние стримы по понедельникам, они возымели свое место, потому что очень часто в обратной связи сейчас пишут: состояние стабилизировалось, поехал на дачу, взял лопату. А, да. У меня муж ходит, стебет, говорит: слушай, трудотерапия лечит все. Я говорю: ты не представляешь, говорю. Удивительно. Если ты не умеешь работать мозгом, работай физически, не вопрос. Да. И при этом, если ты очень много работаешь мозгом, то физика тебя приведет в порядок. Баланс твое тоже, тело, да, потому баланс что, да, да, потому что у тебя будет тоже перекос. Чтобы не было перекоса, значит, надо обязательно физическое, да. Физические нагрузки нужны. А еще мне понравилось одно изречение Черчилля. Вот недавно. Черчилль, по-моему. Черчилль, ну, в общем, да. Там описывалась его жизнь. И то, что он там много ел, много пил, страдал ожирением там и так далее. А что позволило ему прожить? Он много прожил. Он там больше 90 лет прожил. Что позволило ему прожить долгую жизнь? Он никогда не занимался спортом. Пил, курил, в его жизни присутствовало все. Но он никогда не занимался спортом в прямом смысле этого слова. Он не тратил энергию в пустоту. Он ее все время вкладывал в то дело, которым он занимался с интересом. И неважно, на то, у него в голове всегда был его собственный интерес, он всегда занимался любимым делом. Но он не тратил энергию в пустоту.
И поэтому я всегда за лопату, я всегда за любимое дело, я всегда за движение именно в кайфе, когда ты кайфуешь от него, а не от перегрузок. Надо кайф, потому что то, что ты там скажешь, бери лопату, иди поши, да, то это не значит, что человек сразу счастливый и побежал, поскакал. Можно только в счастье делать. Я не про перегрузки, я про счастье, про любимое когда дело в кайфе. Ты, да, например, я, Наташа, я не смогу заниматься. Это серьезно, абсолютно серьезно. Я говорю, как есть. Не мое копать лопатой и грядки садить, не мое. При этом удовольствие я могу в этом получить минимальное какое-то. Но копать и там садить, ну вообще от слова совсем не мое. Но у меня есть другие мои дела, которые я очень люблю, очень люблю. Например, я могу очень сильно увлечься, особенно если вот поспоришь, поругаешься с мужем, абсолютно нормальное явление, заняться уборкой в доме. И я тогда каждую щелочку промою. И с таким удовольствием. И каждую ему извилинку. И с таким удовольствием. Мало того, и он занимается в это время делами своими. То есть он где-то во дворе, я в доме. Вообще гармония идеальная, просто идеальная. Ну, это тоже физический труд. Да, да, да. Но я к тому, что вот с землей... Нет, и могу и в спорт тоже. Я могу и в спорт тоже. Но спорт – это надо увлечься уже совсем там несколько. Если интерес. Если да. интерес. Вот есть люди, у кого да. это просто горит как интерес. Да. А есть, я просто по вечерам гуляю с собакой, когда я вижу, есть люди, которые вот просто им надо пробежать и на измор вот это. И ты идешь и чувствуешь, как человек себя насилует. Вот это не про здоровье. Нет, 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 нет. Лучше займись тем делом, которое тебе подарит кайф. Везде которое кайф тебе, быть. Да, которое тебе даст обратную связь, вот этот результат ты своего труда, своего вложения, своего ресурса увидишь. Можно сказать, что пробежка там или спорт, он же тоже дает обратную связь в виде красивого тела. Но кто сказал, что тело вот именно такое должно быть, тогда оно красивое. Тогда извините, если мы все будем, как говорят, есть стандарт красоты. Ну тогда извините, если мы все будем одного стандарта, да, то тогда исчезают разноцветия красок и вкусов, и мы тогда все ходим строем, либо стадом, потому что мы все под одну гребенку будем одинаковые. Это как серо, вот останутся серые краски. Все. Знаешь, чем мне нравится интерес на интернет, это тем, что можно посмотреть за разные годы и стандарты красоты в том числе. Вот если задаться целью и посмотреть, вот просто открой Мисс Америки год за годом и посмотри, как менялся рост, фигуры, лица и так далее. Тот человек, который тогда был мисс, сегодня его бы к конкурсу не допустили. Ну, потому что да, потому что нет, на самом деле нет стандартов. Их да? просто нет. Я же говорю, что иначе разноцветных красок не будет. Скажут, ты как это ЛГБТ? Смешно. Этот. Просто на самом деле стандартов нет. Мы все абсолютно разные, и именно в этом огромный плюс. В этом кайф, в этом красота, в этом вкус, в этом возможности, в этом ты можешь узнавать себя ты, благодаря этому, узнавать, чем, что тебе нравится. То есть это такое это разноцветие, разнокрасие. Это действительно дыхание жизни, а не серо-черный фон. Кстати, насчет серо-черного я всегда, вот сейчас прямо сейчас сообразила, я всегда поражалась классике. Классике в одежде. И потому что там всегда присутствуют черные, серые, коричневые тона. Особенно раньше, и сейчас, в принципе, тоже. И ты начинаешь задыхаться, если все становятся масса вся черно-серо, ты начинаешь просто коричневая, да? Задыхаешься. А когда среди этой массы вдруг проявляется что-то яркое, там, желтенькое, красное, сразу у каждого человека, у каждого возникает сразу туда внимание. Вот у каждого на красоту красок. Вот.
Кстати, вот этот деловой стиль в одежде, бело-черный, подтянутый и так далее, я просто помню вот эти ощущения и эти состояния. Я уже много лет проходила в деловом стиле, и у меня были костюмы, я все до одного выкинула. У меня сегодня нет ни одного костюма. То есть даже само воспоминание, как тебя так хлоп, и ты одеваешь определенную субличность, и ты становишься не собой. Ты уже в футляре. Ты все. В футляре, да, ты упакован. И вот этот футляр, ты его таскаешь и еще следишь, чтобы там нигде там катышка не было или чего-то там не было на нем, чтобы блузочки ты менял и так далее. И там не ты вообще. Вот не нет ты. Свободы, вот оно, нет, да, свободы. Вот, ты в рамках, там не ты. И вот сегодня на меня напялить костюм – это нереально. То есть… Да, но в то же время где-то, может быть, и можно было бы, если есть желание. Я сейчас, знаешь, о чем подумала? Вы сказали про форму, да, одежды, про классику, что нет свободы. И я такая, нет свободы. И вдруг вспоминаю сегодня тему. Где-то там голые проходили, что-то там. Футбол? Но мы не об этом, не о такой свободе. Но это опять-таки о больном обществе. Что значит футбольная команда голая вышла на поле? Да. А ты на самом деле, смотрите, на самом деле раздень всех людей, да, и это тот же будет, опять же, как это, все ходим строем и стадом, то есть все станут одинаковые, это то же самое, что бело-черное. А смотри, опять-таки, по поводу свободы, какая подмена. Ведь это уже не первый раз, когда вот, пожалуйста, там в Европе свобода, там в США свобода и так далее, там в Лондоне в метро спускаются голые, там или там полуголые, или там футбол вон голые, или в бане в баню в обязательном порядке ходят голые, или еще что-то. И это же о свободе нравов, о свободе. Какая это свобода? Это болезнь. Болезнь, на голову. Однозначно, болезнь. Это не свобода, не подменяйте, не путайте шило с мылом. Угу. Шило оно в заднице, а мыло по телу. И не надо это путать. Мы же не животные. Мы же не животные. Животные те имеют свои какие-то шкурки. Кстати, на тему... Вот, ты начинаешь говорить фразу, у меня образы приходят, вот я не знаю, прям в моменте. Еще один образ, который только что пришел. Мы же не животные. Да, животные, они тоже моются, да? И вот смотри, на Руси всегда были бани. А где изобретены духи? А где изобретены зонты? Где нет бани. А шляпы с полями? Бани. Там, где не было бани, где помои на голову выливались. Не было чистоты. Искренно. Там, где вонь была. Вот она, смотри, не было чистоты, грязь. Не было искренности, была сперва грязь. Сперва уничтожили свои яйцеклетки. Откуда грязь пошла? Да. А потом имели грязь эту. Да, да, да. А потом духи, теперь парфюм. Я дело в том, что на парфюм очень плохо реагирую. Ты уже заметила, у меня в туалете используются духи, причем такие недешевые. Но потому что они уже стоят по несколько лет, они были не востребованы, поэтому я их оставила вместо освежителя воздуха. Дело в том, что потому что парфюм сам по себе, ну, это надо быть большим любителем и так далее. У меня он перекрывает канал восприятия запахи. Если запах стойкий идет постоянный, и у меня мозг начинает шалить. То есть у меня недополучается информация. И у меня идет такой дикий дискомфорт, как будто, ну, вот я без руки или без ноги. То есть я неполноценная. И я неполноценно тогда воспринимаю информацию. Вот проходит человек, я привыкла вот так воспринимать человека. У меня хлоп, у меня восприятие меняется. И вот это на меня очень плохо действует. Поэтому у меня парфюм исключен полностью, но при этом вот я его использую иногда. Я люблю парфюм, я тоже, я не увлекаюсь, потому что ну, у меня очень, очень сильное обоняние и тонкое. Я не увлекаюсь, не люблю, не то, что не люблю, мне некомфортно, когда рядом человек конкретно так в парфюме. Но при этом я использую иногда, и я использую, ну, даже не иногда, чаще, но немножко. Вот мне нравится, вот легкий этот аромат мне нравится. Не могу использовать вообще. Ну, видишь, мы строим не ходим, конечно. Да, мы строим не ходим, каждый разный. Конечно. И заметьте, тут же программа уникальности. Каждый человек разный, и не надо доказывать свою уникальность, да, в том числе да. через своих детей или через свои какие-то
эмоциональные всплески и доказательства окружающему миру, да? Что я не такой, как все. И не надо тогда. Ты изначально не такой, как все. Ты сам, да, подойди сам к зеркалу и посмотри, есть ли рядом еще такие. Да, еще. Да, да, да. А их нет. Ты уникален. И тебе не надо это доказывать и за это бороться. Вот видишь, какой перевертыш. Да. И женщинам очень хочется все-таки как-то предложить, хотя бы попробовать прочувствовать свою женскую силу. Вот эту силу, которую вы можете направить на разрушение, а вы можете направить на созидание. И на созидание вы можете направить ее только через свой интерес. Когда вам интересно любимое дело, когда вам интересна ваша семья, когда вам интересен ваш быт, ваш дом, ваша жизнь, когда ваша жизнь наполнена вашим интересом, тогда вы можете направить силу свою в создание, в созидание. Но когда вы обесцениваете себя, обесцениваете свое тело, обесцениваете свою жизнь, обесцениваете своего мужа, своих детей, когда вы находитесь в отказе от себя, то вы разрушаете. И вот на этом фоне, просто для ума выдам, да, то есть женщина, она все-таки как разум больше должна быть включенной в жизнь. А у женщины есть разум. Только у женщины есть разум, как ни парадоксально. А мужчина – это ум. Да. Так вот, для умных мужчин, те умные мужчины, которые хотят иметь здоровую психически и физическую жену, помогите ей найти интерес и проявить его в жизни через раскрытие его, через реализацию. А мы сейчас говорим о работе и о проявлении женщины через интерес. Если этого не будет, вы будете иметь нездоровое потомство. Это очевидные факты, это связанные факты. Женщина разрушит и вас, и ваших детей. А для этого надо что? Любить свою женщину. А мужчина может любить говорю, только помочь. Так, когда он искренен. Вот тогда это настоящая та здоровая любовь, которая наполнит женщину счастьем. Да. Вот и все. Все взаимосвязано абсолютно. Это не значит, что мы сейчас выделили мужчину или выделили женщину. Нет, все связано. Абсолютно все в гармонии. И на самом деле задача мужчины стать, наполнить свою женщину счастьем. Но он может наполнить ее только тогда, когда он искренне любит ее. Вот и все. И вот смотрите, когда вот эти вещи осознаешь, тут же опять-таки к мужчинам. В обществе считается нормальным. Муж сходил налево. Ну, это же мужчина, это же нормально, что он там любовницу поимел. А женщина, ой, она там стерва, да? А он же, это нормально для мужиков. Подождите, мужики спят с женщинами. И если мужчина позволяет себе некрасивое поведение, то это о нелюбви. И тогда чем вы наполняете свою семью, если вы предаете свою жену? Ну, потому что вы не искренне любите ее. О настоящих семейных ценностях, где муж и жена одна сатана. Где если муж любит жену, он наполняет ее любовью, и он имеет здоровую семью и здоровое потомство. Если муж нечестен, неискренен, он наполняет этой информацией женщину, и женщина тогда отражает это в болезни ее и детей. Да. Муж и жена одна сатана. Что такое сатана? С атома, с одного атома. Вот и все целостное. Это целостная система. Любовь. На самом деле это любовь. Но, смотрите, опять-таки, откуда идет вот то, что мужчина может изменять. Кто согласился с этим? И кто наполняет своих мальчиков, сыновей этим? Все женщина. Смотрите, насколько... просто зеркала. Идут зеркала. Мужчина и женщина – это зеркала, которые отражают мгновенно, отражают друг другу мгновенно. Любую ложь. Любую. Если мужчина ходит налево, образно сейчас буду говорить, значит, у него есть это лево, но это лево – это что или кто? Это же женщины. А значит, женщины
они допускают, то есть вот это допускают, обесценивают себя и разрешают, ну вот здесь именно это, пользоваться собой, да, поэтому пользуются им, и мир болен. Вот, и вот оно есть, измены, и нет любви, есть искажения, все. Потому что изменяют не с козами, изменяют тоже с женщинами, деградировавшими и тупыми. Потому что женщина с интеллектом, она не позволит себе вот такие отношения. Потому что это отношение к себе на уровне обесценивания, вытирания ног, разрушения себя и семьи. И вот эти услуги женщин, которые являются любовницами, они всегда платные. Всегда платные. Платите вы за них своим здоровьем и своей болью. По-другому быть не может. Потому что в это время есть другая женщина, которая уничтожает уже эту семью. Потому что в это время больной самец наполняет ее больной информацией. Все. Это зараза. Это мир болен. Это здоровое яблочко, в которое залез больной червяк. Ну, не больной, вообще червяк. Да, это уже не о любви, это уже не... И съедает это яблочко. А съедает он кого? Сам себя, свою жизнь съедает. И все вокруг. В эти моменты, надо сказать, научиться говорить себе стоп. И мужчинам, у которых возникли дурные мысли в голове, и женщинам, которые позволяют пользоваться собой, сказать себе стоп. И точно так же жене, матери сказать себе стоп и включить ценность себя, любовь к себе и так далее. И найти свой интерес к жизни. Через интерес выстраивается все. Когда ты интересен себе, ты интересен другим. Если ты не интересен себе, ты не интересен никому. Если у вас нет интереса, нет любимого дела, нет проявления, вы будете болеть. Это взаимосвязанные вещи. По-моему, мы очень подробно это все разжевали, показали, прямо, как это работает. В наших книгах вы можете прочесть значительно больше. Книги по инфодайвингу. Даже Муся пришла и говорит, да-да-да, девчонки. То одну, то об одну потерлась, то другую. Да. Так что будьте счастливы, осознавайте себя целостными и здоровыми. Наполняйте себя искренностью по отношению к себе. Осознайте свою силу. Направьте ее на созидание, а не на разрушение. Осознанно.